А в какой-то момент Алабай отвлекся, и папа вырвал мепсика нашего и положил на крышу автомобиля. Это было вот на парковке возле дома. И эта собака начала прыгать, лапами стала на капот и пыталась достать. А ростом она, когда стоит на лапах на капоте, она с ростом с человека, ну то есть там где-то 1,80 м будет. Я вижу, я понимаю, что ну, эти ранения, они вообще нереальны, и куда с ними, то есть это просто нет шансов у собаки. И тем более это было 7 утра уже. Я там пыталась кто-то звонить, ветеринарные эти службы, но там везде ж работа с 8 утра. В данном случае хозяин собаки, отпустивший своего питомца без поводка и без намордника, может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания собак в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Хозяин погибшей собаки имеет право обратиться в суд с иском о взыскании имущественного ущерба в виде стоимости собаки. К сожалению, в данной конкретной ситуации законодательством не предусмотрено взыскание компенсации морального вреда. Может, она понесет вред не только животным. Мы не знаем, скольким животным она понесла вред. Может, в опасности и в том числе и люди могут быть.